Погода в Сочи наконец-то наладилась, и толпа двинула на шашлыки. Сегодня у нас отличная погода, и наконец-то мы погоним на секретный пляж города Сочи. Стасик грудки не съест. Стасик, ты грудки не съешь, понял? Мы еще не встретились с тобой, но Юля порешала. Как Костя говорит, решала нам, а да? Здорово всем! Привет! А можно с багажник, да, убрать? Да, можно. Да, да, открывай там кнопку. Здорово. Здорово. Мелкий посерединке надо, наверное, попросить. Кнопочку не найду. Здорово. Ты для кого-то снимаешь? Для всех снимаю. Опубликуем в твоем блоге. Бренды остались. А что, много брендов Стас Моремоле осталось? Да мало. А что? Когда у меня будет больше подписчиков, чем у тебя, ты будешь мне завидовать. Бля, ты гонишь что ли? У меня подписчики по минутам набираются. У меня вчера вечером было 730 с чем-то, а сейчас уже 760 с чем-то. Ой, нифига себе. Понял, папа, ты не в тренде. А я потому что шорты не снимаю. С шортов нормально подписываться. Шорты. Снимать шорты. Милка, ты шорты снимаешь? Милка, а если я штаны сниму, у меня будут подписчики набирать? Да, мы не про это шорты. Но если у тебя там до колена, то, наверное, будет. Если тебе не нравится. Трусы до колена. Ну, понятно. Ты это тоже вставишь, да? Обязательно. Знаешь, где мясо-то здесь? Не знаю, Коля знал. Мы были вынуждены заехать в апельсин, потому что Николай и Анастасию сегодня внезапно, как обычно, отвезли эвакуатором домой. А ты кому рассказываешь? Я? Нам будущим рассказываю. Привет нам будущим, мы еще молодые такие. Да, да. А ну-ка, я не понял, не расслышу. Расскажите, как Настя водит. О, аэропорт! Это сочинский аэропорт. Это осталось за кадром. Марина, вот я слышал, ты говорила, Настя как-то водит, интересно. Как? Очень аккуратно. Очень аккуратно, да, водит? Очень стараюсь. Кушая булочку и переключая передачу одновременно. И разговаривая по телефону. Это очень профессионально, очень быстро. Настя всегда быстро приезжает. Никогда нигде ее не ждем. Настя, вот, ты гений вождения. Вот как говорим, Настя, приезжай через 10 минут. Через 5 она уже в джубке. Ну это будет на веселое. Дома на отшибе вообще. Это фрукты. Это фрукты. Плюс за метр. У меня перепродажа здесь есть от инвестора. Давай, давай, давай. Рекламируй, рекламируй. 3,5 метра на руки надо ему. То я нормально рекламу для клиентов даю. То есть ты не будешь зарабатывать, да? На руки ему, короче, на. Подожди, блядь. Сколько? 3,5? 8 миллионов. 3,5? Я сейчас любой кредит возьму. За 10 500 было, за 12 это покупало. Да, да, да. 10 800 на руки, короче. Да, а 10... сколько ты своих прибавишь? Нет, 10 500 на руки, короче. 10 500, все понятно. 10 500 на руки, короче. Если что, хотите Стасик покупать у меня, 11 лямов вам цена. Стасик официально озвучил свою зарплату. Мы только что записали компромат на бобра. А что, вы типа меньше закладываете? И сразу такой, понял, нас топить. Мы вообще работаем за 10 тысяч рублей. Короче, да. Юль, 9 500 на руки, 31,6 площадь. А, уже 9 500? Ой, 10 500. Может, все-таки 3 500, как изначально было? Сколько же все-таки Стасик закладывает? 10 500, 31,6 на руки. Мне вот это же бесплатно не нужно.
Да конечно, я тут тоже. Во фруктах? Да ну. Нахер сюда, да? Муравейник в жопе мира на отшибе каком-то. Вот. Нет, ты чё? Не, ну тут как бы. Вот это ты едешь дороги, кажется, отшиба. Здесь дом свой иметь, да, прикольно. Нет, да свой, круто типа, вообще в Олимпийском дом, парке нет, дом свой иметь. Да вообще ладно, тут хотя бы вышел, ты гуляешь на своей территории. Территория еще. А у Касабланки, знаешь, какая у нее охренительная территория? Там парки, тренировочные, там бассейн, там сейчас все, все красиво, все круто. Только бетон бесит меня. Витя, понял? Витя, лайк себя. Но здесь уже тоже цены, конечно. Самый шикарный арена это дом в центре Сочи, это где-нибудь. Мы находимся на границе с Абхазией. Дорога у нас тут, конечно, не вау, дорога, это у нас пляж дикий, хотя его начали облагораживать уже. Да, вот достаточно широкий, прямой, здесь у нас уже слева военная часть. Кстати, дальше мы сейчас поедем, там ракеты все подготовили к бою. Сарматы? Ну, не сарматы. Нас охраняют. Готовность. Охраняют нас, да. Хочу выложить в YouTube. А чего такого? Украинцам еще ссылку дай. Я прекрасно знаю, что она здесь есть, она не секретная. Или такой, такой, заехали на секретную базу. Кстати, мне местоположение мне подсказал Стас Бобров. Да, да, да. Я предыдущее вырежу, а вот это вот останется. Да, и они такие, о, это да, уже нападение на эту базу. Вторая часть компромата на Бобра за сегодня, так что Бобер, кстати. Слушай, не надо меня тут компроматы собирать. Как это? Сколько, кстати, во сколько ты оцениваешь это видео? Стоимость этого видео? Спасение твоей репутации. Смонтируй его сначала. За деньги. Смотря сколько стоит, быстро смонтируй, да? Да. Замотивируй. Пум-пум-пум. Вот так вот дикий пляж становится не диким. Первые солнечные деньки, все отдыхают, суббота. Там у нас Абхазские горы. Граница. Вот она, граница с Абхазией, крылья Балтики, пляж. Жарко так, что даже разделись, загораем. Некоторые люди уже даже начали купаться. База какая-то заброшенная. И Олимпийский парк в той стороне. У нас тут дела. Свининка готовится. Дела. Стасик. Это мне дедушка так говорил, царство ему небесное. Как дела? Как легла, так дала. Ага, вот так вот. Вот, что с нами сегодня? Настя и Коля. Вы там что, до Гагр ходили? Да, блин. Опа. Написано, возьмите вот так. 90. И ты кидаешь как бы 45 градусов. Оп. Вот так вот кидаешь, он должен прилететь. Опа! Уинки! Что ты сказала, Настя? Не расслышали. Уинки! Под углом 45! Все поняли. Написано. Коля, тут у тебя вообще мало часов. Вот уже. Вот уже общается, не знаю. Ты уже спроси, чем он меня кормит. Хороший компромат собираем сегодня. О, какие люди в Голливуде! Здорово! Ты что, подкабанил с ним? Да, заметил, да? Ну мы обычно вот там жарим, а мы оттуда заехали. Хотя хер нас можно утурить. Мы сюда отсюда заезжали. Мы сюда все время смотрели, выглядывали уже как на Абхазию. Скажите, вы Урал или Сибирь? Пермяки! Ну мы живем здесь 5 лет. Мы так тоже мы тоже. Живем. А, да? Да. А что, говор не изменился, да? Ну, маленько зубов нет. Такой же комфорт. Чего нету? Зубов нет. Зубов? Зубы? Она подумала, что ты у нее страх. Костя сказал, сейчас занырнет. Че, как вода? Ну, бодренькая. Добренькая. Бодренькая.
бодренькая. О, да, холодная, холодная. Идеальная, прозрачная. Кто говорил, что Черное море грязное, да? Ну да. На самом деле. Если было бы прям жарко, то я бы... Ну, оно что-то так пролетело. Папа! Ну, нет, могу. Я офигел. Он самолет остался. Нет, Костя, это же чайка. На сушке тоже, да? Нет, почему? Мама! Как хорошо, что здесь сегодня все мы собрались. Какое, кстати, сегодня число у нас? 14 мая. Сочи. Купаться еще рано, вода холодная. Настя, как вода? Ты проверила? Ты же у нас единственная сегодня скупнулась. Нет, я ножками походила. У нас стал вопрос, что ты здесь в своей сумке все время таскаешь? Я знаю, походу, ты там всегда таскаешь комиссию. И сметанку бы еще. Грызли. Я так... Ты там уснула, да? К такому цвету, к другому немножко. Не так хорошо выбежены. Угу. А кто это? А кто стой, это? Держи его, держи, чтобы он в море не ушел. Не уходи. Не уходи далеко. Ох. Ну-ка, что там у меня с плечами? Скажи мне. Что там, я загорелся сегодня, да? Да. Я смотрю, только провод и огонь. Обои обуглились, пришлось обои оттирать. Обои обуглились, колонка вон рядом была, видишь, тоже вон вся обуглилась. Да, арендодатель рад не будет. Ну а теперь у нас есть еще и компромат на вас. Какие мы аккуратные, да. О, дядя Ростик. Добрый кей. А ты знаешь, что ты сгорел? Так же, как и я. О, да ладно. Да? О, я тебе потом покажу. Тебя не помазала. Она сама тоже вон красные плечи. Заботливая, говорит жена. Вон у тебя есть тоже, да? Да, да. Солнце сегодня с ветерком, не ощущалось, что оно жарит, а оно жарило нормально. Да, ты прав. За хату, конечно, искупать. Конечно. Даже за самую стрёмную. Даже я искупаюсь. О! Сейчас пройдет? Сейчас Бобрик устроит в этом, в блоге в своем розыгрыш. Кто искупается в море сегодня, да? Тому ты квартиру покупаешь. Участницы до 25 лет, блядь, короче, большими сиськи. Чё? Ну, с худенькими зубами. Это уже четвертый компромат за сегодня, по твою душу. Гагры видняются. Стасик, засними гагры на свои X500, там сколько у тебя прибыли. Все, закончился наш отдых шашлычный. 6 вечера. Уже как раз закат скоро. Где-то сзади бобры у нас остались. Полтора часа. Полтора часа. Ну как вам место? Как шашлычок? Очень понравилось. Предполагаю, что нужно вернуться. Да? А как же Абхазия? Абхазию тоже надо съездить. Мы же поплывем в Абхазию, вы сказали, вот здесь недалеко. Этот пляж можно только приехать пешком сюда. Идти можно, но сложно. На самой границе находится. Поэтому здесь народу не так много. Хотя его сегодня много. Но на самом деле не так много, как во всем городе. Представляете, если мы на Мамайку поехали или куда-нибудь в центр? Там толпы. И он широкий, что хорошо. Нет ни одного этого волнореза. Что пошли, первые теплые деньки. У Юли мухобойка. Она сегодня отгоняла от нас мух. Ну, тоже, у тебя немного, а у нас со Стасом-то прямо сильно. О, коттедж хороший. Да? Надо пасы. Сегодня обгорели нормально. Вот, да? Да, пасы мы... Пошли, пошли, пасы. Вот там вот, смотри, да, какая-то. Вот видишь, санаторий.
какой-то, типа да. заброшенный. Там поссать можно. Там кемпинг, там можно поссать. Ну зачем ссать на такой красивый прикольный дом? Прикольный дом, да, прикольный, да. Еще прям... У моря, да? Прям вообще вышел в башок. У него со второго есть виды на море точно. Прикольно. Красивые деревья. Ну это по крайней мере со вкусом. Может тебя возьмут, да, удочерят? Да. Тут пользуется Гуччи. Ну и помыть посуду. Такие вонючие. Это чье? Это Гуччи воняет. А че это? Гуччи. Я решила Гуччи попробовать. Гуччи. Кто пользуется Гуччи, полный говно. А, кстати, это... в Макси. А, это ты прыгалась? Да. Я попробовала, как пахнет Гуччи. А где ты выпила? Говно пахнет. Есть да хорошо, что да, вы все в эфире. Гуччи вам больше не продадут. Все. Лягушки, смотри, лягушки тебя снимают. Но именно вот это точно покупать не надо. Вот. Ну что, как вам крылья Балтики в целом? На месте. Далеко. Да? Далеко, да, дорога. Ну я люблю все равно благоустроенный пляж, туалет. Да, нет, посрать нет, было негде, это очень нет, печально. Посрать негде, это херово. Тогда? Это виноград да. тогда. Но, опять же, все свои минусы. Тогда это будет куча народу, опять же, грязная да, негде вода. Лечь. И другое бабло. Грязная вода, да, грязная это вода, волнорезы. Ну, там и другие деньги, извините. Здесь вода самая чистая всегда. Вот здесь нет волнорезов, здесь поменьше народу. Широкие галечные пляжи. Что в Олимпийском парке вода чистая, но в Олимпийском парке на всех пляжах народу будет тьма. Тем более у нас же там пляжи все меньше и меньше становятся. Из-за того, что море забирают. Ну, если взять с собой холодильник, туда можно взять и мороженки, и пироженки. Все, и... все, все. У Юли тема про автохолодильник пошла. Да. Год предлагал автохолодильник. Автохолодильник это тема. Если не два. Почему-то я отказалась, не помню. Она сказала, а зачем? Да так, нормально, ну, что короче, там? Жареное попьем? Мы тачку пока... Стасик нас заставил, говорит, я не нашашлычился, мы поехали дальше. Нормальный Колян? Колян нормальный, да, тип. Опа! Ну-ка, пошути, Милка, еще раз. Что ты там говоришь про телефон? Ну-ка. Давай, давай, мочи. Если у вас падает телефон, то включите на нем авиарежим, и он полетит. Ого! Ты где и таких шуток потом... набралась? Сама придумала эту шутку? А где взяла? В ТикТоке? В Ютубе? Ничего себе, там мочат коры. А логика? Смотри, у тебя падает телефон, ты его уже не поймаешь. Он тебе падает на землю. Нет, ну если... А ведь можешь включить авиарежим. К тому же, если ты авиарежим там включишь, не факт, что он полетит. А где же твое образное мышление? Запутал, запутал ребенка нахрен, да? Вот играл. Авиарежим, телефон только все. Домой поеду, что еще? Марина сказала, что она устала. Она сказала, от природы она устает. Ты меня у тебя? Нет, она говорит, я женщина. I'm still sour though. I don't know. I'm squid dick in a round hole like a block of cheese in a paper towel roll. I keep out rolling.